Если сразу зашел, уснул, то да. А если не хочется, и что-то типа одиночества, и вроде много лавэ, купил себе СВ, но сигарета, тамбур и мысли в твоей голове. В твоей голове. В твоей голове. Тук-тук колеса, задаю вопросы, нахожу ответы, жара, деревья, лето. Было бы лето вечно, хотел бы себе беспечно, по линии прибоя, где лето, там и море. Передвигался бы исключительно на кабриолетах. Не, ну а чё же, жара же, лето, лето, лето. Лучше ездить на S-классах, 6 литров такие, V12. Правда, на таких автомобилях ездят сзади те, кто уже за рулем отлюбили. На заднем сиденье звонки, имейлы, прессы, ставки слишком высоки, совсем другие интересы. А бывает иначе, всю жизнь строит дачу, пытается стать богаче, жена вечерами плачет. Младшенькую Оленьку на заднем сиденье старой шестерки укачивает. Сын студент считает сдачу, имеет заначку, получает получку, выбивает соседом подачки по случаю. А есть не пьющие, не курящие, вообще ничего не употребляющие. По крайней мере, они так думают. Молодцы, если чё, от души респектую. Но у них не бывало, чтоб в незнакомое время суток ты просыпаешься в компании приятных девушек, не проституток. Спрашиваешь, кто бы, боже мой, а чё так болят мои ноги? Минут 15 идёшь до ближайшей дороги. Спрашиваешь у прохожих и видишь своими глазами, что ты реально в пригороде. Похоже, они все правы, ты реально в пригороде Рязани. Не важно, кто я сам, не важно, кто вы сами. Главное, что эта песня нравится моей маме. Нравится моей маме. Не важно, кто я сам, не важно, кто вы сами. Главное, что эта песня нравится моей маме. Эта песня нравится моей маме. Нравится моей маме. К сожалению, в ответе родители за то, что произносят дети. К счастью, в ответе родители за то, что произносят дети. Попытаюсь объяснить другими словами. Главное, чтобы эта песня нравилась моей маме. Главное, чтобы эта песня нравилась моей маме. Главное, чтобы эта песня нравилась моей маме. Эта песня нравится моей маме. Если сразу зашел, уснул, то да. А если не хочется и что-то типа одиночества, и вроде много лавэ, купил себе СВ, но сигарета.